Мегапирог испекли в столице Мексики, городе Мехико. Его длина почти 1,5 километра, а вес около 9,5 тонн. Над созданием кулинарного шедевра трудились 2000 пекарей. Первый кусок отрезал градоначальник Мигель Анхель Мансера. Пирог разделили примерно на 200 тысяч порций и бесплатно раздали всем желающим. При этом к каждому куску прилагалось бесплатное молоко. Гигантский пирог готовят в Мехико каждый год ко дню королей магов. Этот праздник один из самых любимых в Испании и странах Латинской Америки. Дети в этот день начищают до блеска ботинки, набивают их соломой и выставляют за дверь в ожидании подарков от королей магов. А ночью в землях накрывают стол, чтобы короли могли подкрепиться.